Полок. А, полога нет, все. Побежали бить. Подавление слева-справа. Лево. Справа почему-то не идет. О, выпал. Лич слева. Залечите мои раны. Свечка слева тоже вышла. По свечке пошли, сыграли. Апокалипсиса прохильте, алло. Куча хилов. Хау, когда наберешь немного стаков до геры, там, допустим, когда будет где-то 30-25, скажешь, тебе квестку закинуть, похилить до следующего портала. Потом скажешь, когда геры. Выкати, прохильте. Свечка справа вышла, по свечке свечнуть. Все, уинер по барменталю, не лежь по скибиди. Ну, надо брать, да? Понял. Ладно. Извините. Давление вышло. Свечка слева далеко вышла. Пошли все свечнуть. Смотрите, тут волдырь еще тоже, не взорвитесь. Алин, закастуй гимнаман. Закинь поездку по халу. Еще тоже. Свечка слева вышла далеко. Кальпич сопротивляйте. Что там, Хао? Сколько стаков у тебя? Через печеньку паладин и хильте. Там усиленное лечение. Там у тебя стаков. На следующую еру или как? Свечка справа. Все, можно. Давай еру. Хильхау. Давай еру. В принципе, это возложение рук там. Все дела. Берите его только, чтобы он не умер.
через печальку хилит? Вроде как да. Или это другой хапал через печеньку. Ты через печеньку хаук хилишь, надеюсь? Там усилие на лечение. Как-то слабенько идет. 40%. Просто он в порталы пошел. Тогда не нужно было, да. Ну, наверное, он видел, что не захиливает. Сейчас так, а через печеньку он должен был что-то захилить карьеры. Вот сейчас с 2000 захилит. То есть частичку на эволитрию и хилишь по пятну. Все. Ну, он до этого хилил Вальку чисто. Я понял, да, 100%, потому что очень слабо. Пиздец. Да. Нужно минус ебать, правильно? Нет, да. Бля. О, блядь, пиздец. Этот, пока у осколок был? 1-0 осколков, да? 1-2 сыбучки падает. Не, в прошлый раз там до хера он. А там что-то порезали, говорят, дроп. Так Шерман сколько бегало по острову? Да, я виноват. Припущал. Хорошо, Макс, сейчас кого-нибудь поменяем. У меня жаху, блин, есть. Он когда я был, блядь. Так, дальше. И пешим. Пока у 10. Пока у первый поставил. Бакати 100 поставил. Пока у 200. Раз. 500 в Акати. Раз. Два. Три. Кинь шаблянь. Дальше. Плечка. Мейсон 10. Не лежь 100. Смойте, не лежь, а я вкусил. Ой, ты отнимаешь там, да? Не лежь 1500. 1500. 1500 не лежь, кидай мне. Так. Жезл, если кого-то сильно апнет. Не пешите. Сразу его наденете. 10 ов. Бля, пока. Блять. Ты минус, наверное, часто спикаешься. Ну, ладно, пусть будет. Войт, не пешь? Не-не, у меня с СПД. Понял. 10 раз, 10, 2, 10, 3. Меньше обмен на Лина. Надень только его, чтобы сразу. Все, пошли. Могу быть. На Синдру надо будет в холика? Не врывайтесь сразу в этих мобов. Не лезь даже БР по маске. Маска по викингам. А, маска. КД у холок по викингам. Там резнуть можно, не тратьте БР, зачем? Сейчас бой пропадет. После мелких пропадет бой. Ну, на викингов тогда не тратьте. Сейчас, если не получится резнуть его. Рекаунт сломали или что? Ну я, блядь, разве сейчас залдал один стрим? Да, сломали. Это просто с прошлого боя еще висит, наверное. Да нет, должен. Рекаунт.
Пылающая кровь. 11 тысяч тяну. Не тут ли чмога запакало? Чего вы его постоянно? Все причем. Ваня. Пердишь. О, покало не пердит сейчас. Микрофон. Mm? То у меня пердит. Нет, то чмоги пердит. Лол, блядь. А покало нет. Опять Маше лицо сломали. Дай ему сейф, Женя. Вокатик. Сегодня не ее один. Там выйдите РДД оттуда. Не. Бля, ну что вы там как стоите? РДД вообще сдохли. Ёпта. Милики еще ладно. РДД. Пиздец, ребята. Да и миликам нахуй. Блядь, вы что, угораете сейчас или что, блин? Тем более три танка. Все возьми там, кто-нибудь одного ответить. Поставил череп, играйте по черепу. Ой, закастуй гимноману, когда отойдешь подальше. Нифига у них радиус у этого клинка. Ну да, надо подальше отходить. Вы умираете, даже на свой хп не смотрите. Не, обычно меньше было. Тут вообще метр за пять даже уже куча. Череп поставил, убьем череп, еще одного подведете. Забирай кто-нибудь там еще одного. Вон, который бежит, играете по нему. Еще одного забирай. Не могу я лесу. Вставай, мобой. Вол. Какие сил повода? Так, иди собирай, Женя. Уфолог. Трапы ставьте на пол уфолога. И зубы в него Алина закинет, как только подбегут, сразу закинет зубы. Одного зубы. Уфолога. Еще покрути троху, Женька. Понты и трапы сюда под уфолога. И на пол приготовим. Все, нормально, иди. Губы закинь, Алина. Подлагаюсь, Лампа. Саня, Води на тебе отдавать или можно себе оставить? Ключи на меня отдавать. Ты Водина можешь Сашке отдать, а шею просто себе оставь. Слушайте, каламбур. Так.
это на распыл. А что, монета не нужна никому? Чеканная, надеюсь. Так, Макс Будрев, он сейчас в рейд пойдет один на замену. Леха, надо с этого босса что-то? Нет. Леха Викиндов. Нет, нет. Все, тогда уйдешь на замену, а этот Будрейвен ведет в рейд. А Лехе проходка не нужна в Луман? У него есть, мы точно будем. Вот может, Леха, у тебя щедра вообще убита, а не убита? Карта даже. Не, по-моему, убита. Пошли. Пошли и череп бить. Через Геру. Геру с пола сразу. Нет, ты будешь хилить, хау. Ну, погнали, погнали. Прожмись в дикей. Не стоят. А пока вот верни, а то сейчас дыхнет, пизда всем будет. Он на ПК-шек. Черт. На пуле, наверное? Так, сразу пишите, кто здесь первый раз. Кто не шарит, что делать. Анта, спроси. Не выёживайтесь, а? Кто был здесь? Чего вы путаете? Оу, подыхало, как красиво. Десятки знают, что делать, Синдит? Ну, тут то же самое, почти что. Сейчас объясню. Галакция. Давайте здесь есть телепорт, то сами бегите. Видите второго змея. На лане в десятке тоже то же самое, но что-то по практике, да, я совершенно трудно. Грейва на место викиндофа затмонить, потом. Когда добьем. Потом сразу же все в кучу сбегайте, просили друиды, спокойствие и так далее, извините, когда добьем этого змея, там сразу же... Я типа проклят или что у вас, я не понимаю, я, блядь, постоянно пол хп бегаю, просто постоянно, блядь. Хилы с лаком. Ракет, ты меня зафильтил? Блин, гоблины. Кого? О, ладно. Женя из каши точно, не знаю. Написал что-то в этом. Если есть ПС-ка, можешь закинуть один. Так, отбегу на пару минут, если что-то перезаднуться. Стиливайте, сбегите еще. Ну ты сейчас за попой... За... Так, смоньте, ставьте шкаф, смоньте Будрейвена. Апокалипсис. Может, это, 6 хилов тоже? Ну, пока нет. Барменталь прыгает в
ретрика своего с массой сокровища. Так, саппроты разбирайте у всех. У полок, у войт возьми саппроты. Ромбик херово переставлю. Вкратце напомню, что здесь делать. Тех, кто, может быть, не ждает. Или не понял до сих пор, как это работает. Бьем босса всегда под левой лапой. Потом она притягивает. На притяжке отбегаем на первую ступеньку. Выше не поднимаемся. Далее. Босс поднимается на 80%, если мы его довезем до 80%, поднимается вверх. Поднялся вверх, кидается на пятерых людей и глыба. По два человека в каждую метку, то есть крест, квадрат, луна. В любую из этих меток по два человека. Третье человека не должно быть. Если видите, что третий человек бежит, лучше левее бегите. Ни в коем случае не ставите между метками. Так, далее. Может быть два человека в крест, два в квадрат, один в луну. Два в луну, два в квадрат, один в крест и так далее. Потом Синдра приземляется. Нет, появляются такие глыбы. Мы по этим глыбам играем. До 20% их добиваем без АУЕшек, без дот. Ой, без доток и не добиваем их. Без сильных обивок. Потом Финдра снова садится. Опять под левую лапу бьем босса. Так будет повторяться. Хао, твоя задача будет отдавать массакру и мастераур, когда на первые глыбы. И на третье. То есть, что это значит? Когда Синдра будет в пятерых людей закидывать глыбы, твоя задача будет отдать массакру мастера Ормила. На первый раз. На второй раз отдает Барменталь. Потом ты на третий, он на четвертый. И так далее. Потом, когда начинается вторая фаза начинается с 35%. Все РДшники становятся квадрат. Мелики бьют босса. Когда я сказал мелики, отбегают квадрат. Первую метку будем выносить в ромбик, мелики немножко правее скачаются. Появился в ромике, почти сразу разбили. Вторую метку будем выносить в трусы. В трусах будете разбивать по команде только. Мелики, когда выносятся в трусы, отбегают. В трусах. Буду говорить, еще раз напомню. Если нужно будет поцелить, поцелить человека. И не разбиваете до конца. Когда скажу. Разбиваете, когда не сказал, не разбиваете. Ну, не буду говорить, что не разбивать тоже. Просто протами кидать или уже все выпили. Все должны уже сопрот взять были. Да, давай СС на Машу. Нет, если закинул, тот же закинул. На танков закиньте. На Апокалипсис Абудрейвен, если не закинул. Эмобой на Уфолог. Лапу. Готовность на пол. Все должны быть под саппротами сейчас. Паски раздают. Энлит, Чмыга. На Йо. Пейте саппроты. И рыбу Маша, Фокси, Скибиди не поели рыбу. Кто МТ-6? МТ-6 я попал. Тебя агро больше. Все, все готовы? Поехали. Можете сбегать вниз, она не дамажит. Под левую лапу. Боссы не врывайтесь, пока не поставили. Только ханты роги могут. Репоты выпили. Под левую лапку зашли. Yeah.
Все, высоко не поднимаемся, на первую ступеньку. Ждем 5 этих меток. Не забудь, Хаос, что ты сейвы отдаешь. Все, кто без меток, разбежались, лид в любую метку. Только по 2 человека. Видишь, третий бежит, отбеги в сторону. Иди на замену, короче. Лёха, Петя здесь? Ну, оба здесь. Заходи. Чё, бабим, да? Да, инлит на замену идёшь. Если Лёха не хочет, я пойду. А, Лёха? Давай, Лёха. Ладно, давай. Не, если Лёха не хочет, то я пойду. Лёха, говори. Давай, иди уже. Ну всё. Ты чё, Фадикей, с ума сошёл? Что непонятно, по 2 человека, по 2 человека. Видишь, что 2 человека уже стоит? Нахрена ты к ним третьим бежишь? Беги в другую сторону, в другую метку, в любую. Если нет, там стоят, не успеваешь, беги просто в сторону куда-нибудь. Где тут? Ну, давай, не туда. Стали все зашли, пошли сразу бить. Освободите? Да, снимаем. А это кто вайпнул вообще? Что-то проебал момент. Ну, 3 метки вместе сбежались и умерли. Конечно, давай. Только не чмы. Да, не чмы. Что мне, может, тоже пилот менять надо будет потом. Давай, давай, Маша, заходи. Поставьте шкаф с Монти в Хая. И на Йоми. Алин, твоя задача этих 5 целей зафиксировать в идеале. Локи, вы тут? Или у вас КД у себя? Лимит еще находится в СЛК, не в пульте. Фокси с Киби Дилан. Не пришел. Плох не персонаж. Или выбеги из инста. Все. Голос вопрос. У меня можешь взять Войда ногу кого-то. Так, рыбу ставлю, мешайте рыбу. Еще раз, по 2 человека. Каждую метку должно быть. Одна будет метка с одним человеком. И чтоб вот такой хуйни не было, как маг, этот хан бежал. Для кого я сказал на первую ступеньку забегать? Сами на первую ступеньку, чтобы вы могли среагировать, а то если вы сверху вниз бежите, времени среагировать меньше, гораздо меньше. Но готовность полетели. Побежал, побежал пока. Припотом жали. Пока, смотрите, поставил далеко. Блин, может ПЛ-ку залить.
Скоро сделать притяжка будет. Из 1% приготовились, убегать. Ближе чуть подошли, кто далеко стоит по фрейму. Таким все апокалипсиса. Высоко не поднимайтесь. Ну чего вы бежите туда вверх? Зеленый Будрейвен в Акате. Хаунер мимо сейф. Два массейва. Хорошо. Что, кто не знает, как бегать, бегайте за людьми просто. До 20% метки не разбивайте. Верментально, аккуратно. Не забудьте на следующие глыбы массейв убегать. И мастер налет отдай для Вакати. Когда он мастера, да. Разбивайте метки. Долго очень. Притяжка через 6 секунд и выправить. Беги, малыш! Бейте босса. Потом не забегайте выше первой ступеньки. Первая ступенька. Барменталь и Вакати мастер налет. Барменталь массакру. По два человека. Одну метку один. Топ хайп, наверное, не защищен. Он был право-лево. До 20% метки. Убался. По центру падает. Еще одна. Также стойте. Пойдет и сразу разбивайте. Все, разбивайте. Ну, сейчас хорошо разбили массу. Под левую лоб. Алина, если есть ПСК, можешь залить. Хал, ты на следующее даешь мастера Аур на лед. Дайте лед для Хала. Массакру. Именно на глыбе. Жали. Бейте, бейте. Зрище не умрите. Так стаков много не набирай, бейте. Ноль? Хал, ты отдаешь сейф, РДДшники, дальше остаетесь в квадрате, когда после приземления. После глыб, когда она приземлится. Не переведите ее только. Блять, вон здесь доты не переведут ее. Будет херово. Я убегу, вон он, убегу. Чердеш, играйте в квадратике, остаетесь. Не разбивайте пока, подбивайте до 20%. Последняя падает и сразу разбиваете. Все, разбивайте. РДшники в квадратике, оставайтесь милики, идите бейте. Первую метку в ромб уносим. Кого повесится. Милики сразу идут свечиваться. Эксфрик, ромб. Вот, хорошо.
Мелики пошли, разбили. Следующая в трусах. В трусах не разбиваем метку. До 20% подбиваем. Хаус хилиш. Мейсон, трусы. Дай им зубы по Мейсону. До 20% не разбивайте. Стопнули урон. Лучше не разбейте. Да им ждем. Следующую в ромб, если что. Окси в ромб. Не трогаем, не трогаем. Нет. Разбиваем. Мейсон, убегай сразу. Лучше сдохнем. Разбивайте ромбик. РДшник строите в квадрате. И дайте Геру. Хай, в ромбике оставай. Ладно, да, давай в ромбик. Бежали. Идите бейте. Косяк. Разбивайте метки. РДшники по боссу. Сейчас надо не в трусы будет поставить, а посредине пуза. Белдревен, покажи, как надо. Иди ставь. Не сюда, не сюда, Макс, левее. Не зайди во фрейм. Я зайди во фрейм. Спрячьтесь, перебегите немножко левее. Пробивает. На хп даю. Во фрейм зашел, потому что. Вышел метка, кто? Да а все, вот. Блять, падайте. Ну че я на хп читал? Блять, там с пять стаков уже 8 штук не снимались. Стаки. Угу. Я вообще не понимаю, зачем в босса бежать. Ну, блядь, пиздец. Может, им места не хватает, они боятся к лестнице отойти. И какого хрена босс дернулся? Кто сагрил его? Прожим с гриппом он дал, случайно. Мой косяк может засовать. Дай им будет минус. Кому, кому? Петя. Ну он когда меня в глыбу взяло, повернулся, да? Да. Ну да, это мой. Ой, блядь, короче, вот Синдрагоса. Пузо Синдрагоса, я в квадратик. Если босса по какой-то причине сюда отвели, или куда-нибудь, неважно, ваша задача вместо трусов будет ставить посредине пуза и не заходить во фрейм. Вот квадратик — это фрейм босс. Вы чуть-чуть не доходя до фрейма, параллельно пузу поставите. Метку. Икс-фрик, заходишь, да нет, быстрее. Вот. Пузо, да, параллельно центра босса. Ты должен поставить, потому что мы параллельно стоим. И потом рейд тоже должен переживать. А теперь я хочу, чтобы вы дали минус тому, кто поставил глыбу в фрейм босса. Это тоже его косяк. В том, что не сняли стеки. Пикендов, Леха, заходи. И без стыкс фрика. Давай быстрее. Пошел. А что там за прошлый трай? Не было никому минуса? Когда там три челика в одну метку сбежались? Или одному кому-то там минус? Да у того ханта нету минуса, это ДП. А, понятно. Ставьте шкаф. Вот, крифрейм это такой красный кружочек. Ставь шкаф. А булдрайм выносил? Все. Все. Ну, шкаф одно, только одно. Вайпанул не я. Я его всего лишь повернул. А вайп произошел из-за корявой глыбы. Ставьте шкаф. Пожалуйста, блять, Локи. Как вас еще просить? Да я что-то даже не понял, там как-то странно. Вроде все живые были, два тела лежало, или три. Там по 8 стаков на людях было. Глыба коряво поставлена, из-за этого оно скажет. Там 5 секунд времени, и все, всем жопа была. Уже никак там не выхилить было. Прошу прощения, у кого саппорт брать?
Кидай меня, Леха, быстрее. Вокруг синдры есть такой кружочек. Вот в этот кружочек нельзя вставать красным. Это ее фрейм. Нельзя в него заносить глыбу. Ну вот, да, я про глыбу имею в виду. Ребафните, ведь вдох. Если глыбу, это значит, что примерно 3 метра вокруг вас кружочек должен быть за пределами фрейма, а не ваша позиция возле фрейма. Ладно, все, забей. Идите, идите, идите. Так что следите за стаками. Стаки набираются, если вешается освобожденка за каждый каст и за удар. При потом жаль. Кто успел. Вот, подошли к фрейму, но не заходите в него. Тогда вы нормально будете прилетите. Бежим. Фокси, прокиньте. Здесь стаками следить надо, потому что... Андрей, дай ему БР. 3 человека бежит. Хаун, не забудь нажать на сейв. Встанешь после этой фазы, Фокси. Глыба между левой и центральной. Перебежали справа. Все должны стоять. Кто слева? Возле правой метки. Разбивайте. Андрей, дай БР. Вставай сразу, Фокси. Прохильте его. Риба. За каждый стак или за каждый, точнее каст, когда освобожденка выйдет, вешается либо в хау. Поэтому закастовал 4-5 кастов, стопаешь каст и ждешь, пока стаки будут. Все, спали, можешь опять кастить. Скоро притяжка будет. Жаль. Форменталь с тебя сейчас. И Вакати. Лед отдай для Вакати. Три хила освобожденка. Смотрите аккуратно. Много не вешайте на себя стак. На первую ступеньку выше не поднимайте. Ждите пока... Кинутся метки. По 2 человека. Все остальные наверх. Барменталь и Вакати сейф отдают. Супер. На лестнице убежали, все спрятались. Вниз. Молодцы. Все успели. Последняя глыба и сразу разбиваем. Отбейте правую РДДшники. Разбивайте сразу же. Опять разбиваем глыбу потом. Левые очень мало урона дали. Алина, дай поездку. Можете лед забрать. Да, забери лед, хау, и ты следующий сейф снова отдай. Хоть притяжка через 5 секунд приготовьте. Андрей, зальешь шиммер по скибиге. Бежали. Фокси, прохильте. Идите, бейте.
только она взлетит, выше первой ступеньки не поднимаетесь. Первую ступеньку. Хава на фул поднимите. По два человека. Все остальные наверх. Прятались за глыбы. Чуть-чуть правее нужно спрятаться. По центральной глыбе. Ой. Как стоить? Смотрите, левое не разбейте. Левое не разбейте, аккуратно. Последняя глыба. Чуть левее должен спрятаться. Падает слева. Разбивайте. РДшники остаются в квадрате. Молодцы, сейчас хорошо разбили. Первую в ромб выносим. Извините сейчас за стаками своими, хилам и так тяжело. FDK выбежал ром. Рискованно играет. Идите разбивайте милики. РДшники играют по синдре. Следующую в трусы. В трусах не разбиваем. В 20% вывел. Эмобой побежал, подаваем обоим зубы. Играйте пока по синдре. До 20% не разбивайте. Если кинется глыба в ромб. Все. Отбежали милики назад. После взрыва разбили глыбу. Разбили барменталь в ромбик. Побежал, Геру дали. Милики пошли, разбили. В трусах тоже сразу же разбиваем глыбу. Сакет, смотрите. Он побежал в трусы. Милики убежали. Массейф нажми, Хал. Молодец. Пизда. Следующую в трусы. Нажми Void Dim на хп. А пока он нажмёт Spacebound и соло сокру. О, на меня нормально. Отбежали. Прохильте меня на фул, Spacebound, соло сокру. Всё, скидывайте стаки. Следующую тоже в трусы выносим. Трусы не лезь, беги. Разбили меня быстрее. Ну. Выбежали с трусов. Все, не, это до 20%, сейчас притяжка будет. Не разбиваем. Отбежали. Милики. После этого разбили следующую ром. Чмыга ром побежал. Три хила, освобожденка, следите за стаками. Еще одну геру для Полинора дайте, апокалипсиса прохилите. Милики пошли, разбили. Следующие трусы. Парменталь, когда в трусах будет выносить, нажмешь на сейв. И лед, если свободен, тоже дайте. Хай, трусы, милики убежали. 4 хила освобожденка. Вообще следите за стаками. Разбили глыбу все. И добили синдру. Все, сейчас выносите куда угодно. Только не в рейд. Добивайте синдру. Войд выбежал. Тупо все по синдре милики забейте на войд. Уже через две притяжки в петель выбили. О, еще один квик. А пока выпал осколок. Ну тогда, да, побежали дальше, гниль. Разбейте склепы. Да, разбейте, а то они умрут. Что там, так, перепивать на СПДшные, да? Не перепьем, ничего страшного. Пока останемся под этим. Энлит, иди в рейд, Марсес, окей. Иди. Так. Я пока не могу прочитать это заклинание. Полетели дальше.
А, сейчас проф, да? Всякий слот, наверное. Токен. Ебаш там, паладин с лес лок. 10 лок хау, раз. 10, 2. 10, 3, кинешь обмен. Дальше, второй токен. Такой же. Алина 100. Раз. Два, три. Дальше. Топ-3. Пока у 10, FDK. 100. У вас всех off. На мейн уже у всех есть, например. Пока у 200. Поширяйте большого. Локати 600. Пока у 700. Смотрите, не зацепите там с другой стороны. Пока у 700 раз, 702. Ладно, там зацепили еще моб. А пока у 700 раз, 702. В Акате тоже танчит, если что, вместе с тобой. Просто ДКшника нет. Не было, был бы другой какой-то ДКшник, который мог бы танчить и потанчивать. У Акати есть, не знаю. Это можете пилить. Короче, я пока 700 раз, 702, 703, кинешь обмен. Грац. Ярик. Описание четко прям в тему. Ставите шкаф инлита, засумоните после этого. И вот этого большого, мелкого, точнее, как тыкнули, хорошо, инлита сум. Где же я попал? Тыкните. Это бистриня на данном этапе для танка. Пищава, мистер Бонд, постоянно РК. Давайте себе эти трэш. Или наемник кинь. И тупхай по сум. Геру на эту... А, Гера КД у нас. Ну и все равно пуляйте эту собаку. На первую отдашь фаут и сейф. На первый взрыв. И войд нажмешь гим. На второй взрыв попакал ты айсбаунд и наемник гим. Бурсты отдавайте, не жалейте мне. Дайте. Сыпи. Гим. А когда был с Синдры еще, блять? Он ничего страшного. Ну, два человека умерли, ничего страшного. Ну, не все. Дальше отдаешь апокалсы и Алина, если есть гим. А давайте. Все, добивайте псину. Играйте вначале по исследователю. Нет. А если уже добежать, мог бы сам, пока мы трест не бегаем, вставай. Петя. Как дела? Не знаю. Ты еще? Не знаешь. По исследователю сыграйте, он поставил череп.
А пока вы, если откатился, сейф можно нажать. Кто упал, убедите сами. Мы пока ее убьем, вы добежать сюда. Саш, а Малик будет заходить, да, на этот портал? Проф. Тут только на профа? Есть, плюс один чисто на заложил. Посмотри с замены. Что там, на Йоме, кому-нибудь. А что, они не убили? Что-нибудь годное упало, Ваня? Хоть сам на ротик как-то. Вдруг ты чё упал? Позови на Йоми, пусть идёт, поможет. Было нами. Да не, если типа... Чисто как-то вешать. Не, ну зов по-любому надо вешать. Мейсон, тут пресните его. Рыбу поставил. Я его резнул, не встает. Бей под цепротом, пока ему бой. Он резнулся, надо сумнуть его. Шкаф, ебаните. Он здесь.